массажик для такси с параличем. Ложимся, Каленочка. Ложимся, моя красоточка. Смотрите, обязательно, обязательно по спинке. Вот. Вот такие движения околопозвоночные. Вот. Обязательно. Улучшается кровоснабжение в позвоночнике. Собачка лучше себя чувствует. Вот такие движения околопозвоночные. Потом такие движения пальчиками. Околопозвоночные. Позвоночник не трогаем. Вот. Вот так. Потом по стволу поднимаем. Смотри, как она ногами сразу. Моя красавица. По стволу поднимаем. Поднимаем кожу. И вот так чуть-чуть оттягиваем ее еще. Вот так оттягиваем. 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 Корюники. Оттягиваем. И ведем, 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 ведем шкуру. Разгоняем кровоснабжение. Ведем. Вот так. Продолжим, продолжим. Она вести себя лучше будет, продолжим.